Я рад приветствовать одиноких воинов на канале Думако. Меня зовут Станислав, и сегодня мы с вами продолжаем играть в игру под названием Hollow Knight. Ну что, дорогие друзья, сегодняшняя встреча обещает быть очень любопытной. Сложно в этом плане. Но ничего страшного, мы, конечно, освоим и пройдем ее. Уж в любом случае. Я запотею, но пройду. Мне она нравится безумно своей атмосферой, своим видом. Игра просто крутая. Но вот этот прикол, что тебя задевают, и ты получаешь урон, но он меня просто убивает. Причем, кстати, я понимаю прекрасно, что это стиль игры такой, да, фишка игры. Говорить о том, что это тупо или это неправильно, по-моему, неверно вообще, да? О, смотрите, мы тут сломать не можем? Но мне это реально бесит. А так, монстры, атмосфера, тут вообще, конечно, все шикарно придумано. Мы на какую-то крышу прям идем. Капитально. Сейчас будем драться под дождем, наверное, с каким-нибудь боссом. Вот я не могу на него рвануть, например, чтобы пока он тут, да, и дать ему по роже. Вот тут, походу, будет битва с боссом. То ли стоишь, ждешь, как бы, да, когда он подойдет в какую-то нужную тебе точку, чтобы ты мог ему как следует вдарить. Да хватит летать уже, иди сюда. Ага. Это мы еще об его перу задели. Ты можешь сюда вылететь. Это мы стекло, получается, сможем разбить и пройдем тогда. Тоже сокращение, да? Но опять же, это оттуда. Ворота, да? Но мы 100% к какому-то опасному боссу идем. Уж все на это указывает. Прям вот эти переходы. Что, я не могу пробить, что ли? Да ну, она ж там треснула, что у меня силы не хватает. Ну ладно. Ну, насколько я знаю, что скоро, наверное, дадут нам какой-нибудь прием. Ну, не здесь, может быть, где-то дадут, который пробивает пол. Ух ты. Да ну, ты ж цепляешься. Как ты мог вообще? Воу!
Ого-го-го. Это какое-то сердце, что ли? Я, видимо, надубасил нужное количество, да, этих типов? Да. А этих еще 11 надо. Мы будем знать, где. Так, пойдемте посмотрим, что это такое. О-о-о. Spell Twister. Давайте посмотрим, что это за штука такая. Где ты? Вот он. А, все понятно, как бы. Он уменьшает количество необходимых душ для использования наших способностей, да? То есть маны мы этой тратим меньше. Все понятно. Хороший предмет. Кстати, сколько у нас их? Так, это что? 6, 7, 10, 13. Еще мало. Еще надо одну, и мы сможем купить еще один слот. Так, ну погнали налево. Что там у нас? Как бы сюда мы все и стремимся, да? Зайти налево и посмотреть. Тут крыша. Это что же? А, понял. Обходняк здесь. Что-то чувствую, что будет файт, босс. Босс файт. Вот эти вот души не про... Да, так и думал. По-любому. Блин, а там даже скамейки нигде нет. Ну ж капец. Это сейчас аж вон где нахожусь. А скамейка вон аж где. И потом обратно возвращаться аж капец. Вон он летит. Блин, как круто сделано. Soul Master. Фига ты. Он творит дичь какую-то. Воу. Быстро отпиваемся. Музычка, конечно, вообще победит. Да ё-моё! Так, понятно, да, что с ним делать? Ну так, более-менее стало понятно. Так, ну что, еще попыточка? Изучаем. Опасный босс. Ух ты, какой хитрец, вы видали, как он что-то творил? Ой-ой-ой. Ой. Дичают, кстати, да, после того, как получают урон. Ой-ой, по затыльник получил. Ой.
Тихо. А когда он стреляет, он практически беззащитный. Блин, ну... Вот надо просто позицию выбрать. Ой-ой-ой. Так, еще разок. Отлично. Он, по-моему, ускорился. Опа! Ой-ой-ой! Тихо-тихо. Успокоен. Это самое западло. А, нет! Вот это у меня подколол. Но он так любит делать. Да, хорош, 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 хорош. Но сейчас хороший был трай. Хороший был трай. Могли нормально его завалить. В принципе, неизвестно, сколько еще раз ему надо было бы задамажить. Может быть, он еще требовал какого-то количества, да, урона. То есть не только не три раза его надо было ударить. Ну ладно, посмотрим сейчас. Собака. Ух ты. Ай. Так, пока вроде все хитрый, блин.
Ускоряется, очень ускоряется. Ой, больно. Да ё-моё! Чё, всё накрыло, да, его? Воу! Трупов-то лежит, да, у него здесь? Да блин! Да прыгай! Ну ёп! Ну почему, а? Почему ты так медленно прыгаешь? Фу, бесит меня это вообще пипец. Ну ты же отхилился, ну ты же можешь двигаться, ну почему ты... Ой, фу. Говна кусок. Могли просто слить его из этой фигни. Реально, вот он пьет, а потом вообще стыд ничего не делает. Вот. Ну это просто на нервах, не переживайте. Это я не на игру, я на игру вообще не гоню. Игра просто божественная. Ну вот, пожалуйста, мы можем теперь разбивать стекла и ломать всякие стены. У нас теперь столько ништяков можно понаоткрывать. Ё-моё. Шикарно. Дайте только мне, пожалуйста, подхил. А, мне и дали его. Я поставил все три предмета. Но один был у меня на... Ну, стандартный, который я не стал бы менять никогда. Это офигенный предмет, который заставляет нас не убегать, как говорится, не со стороны, когда вы бьете, чтобы вас не отталкивало. У меня был предмет на собирательство большего количества душ и на быстрый подхил. Но я знал, что я буду от него огребать. Довольно-таки неприятный босс. Но приятно, что победили его. Ну, раза с пятого я где-то его одолел. Да, раз пять я на него ходил. Прикольно. Такой тоже, знаешь, на таймингах. На таймингах он весь. Надо просто как бы, ну, успевать, и все будет норм. А, тут еще и дверь закрыта. Ну, вы видали, сколько там трупов? Давайте еще посмотрим. Это ж просто рвание, посмотрите. А это вот все их души. Это он над ними такие опыты ставил. Для обретения мощи, да. Ага, мы теперь можем здесь проломать.
Вот эти чуваки меня подлавливают постоянно, по-моему. Вообще, просто постоянно. Они медленные? Ты как бы такой думаешь, а, ну, короче, они же медленные. А он там на тебя, когда ломится, он ускоряется, причем так довольно сильно. Вот сейчас я могу 3 раза прохилиться. Странно как. Почему тогда я не могу это сделать? Он идет медленно, а в один раз такой ускоряется, когда вы к нему близко подходите. Ура, добро! Монетки! Ну тут придется самому собирать. 379 монет, ребят. 379, прикиньте. Как с куста. 1200 монет у меня сейчас. Да, хитер бобер, конечно, он. Так, это где мы тут вылезли? Я ж там стекло где-то должен был разбить. Так. А как мне надо использовать этот прием? Там же было написано, да, описание мне же там было что-то. На Б надо было то ли тапнуть. Да нет, это вроде я просто бью. Так, давайте посмотрим. А, Б вниз. А, просто Б вниз. Выглядит эффектно. Жуткое место, не правда ли? Ой. Очень жуткое. Так, это что мы, интересно, такое открыли? А, понял все. Сократили проход. Огонь просто. О! Слышу тебя, мой дорогой. Вау! Это тоже такое специальное души набирать. Прикольно выглядит. Слышал я его. Так, тут ништяк. Журнал, наверное, или еще что-нибудь в этом духе. Ну да. Ага, вон он где. Как же мне его достать? А-а-а. Капец, сколько трупов, капец. Черт, его бы побрал, этого гребаного упыря. Вы посмотрите, что он натворил. А я там еще ходил набивать этих 11 чуваков. Они тут сами лезут. Как они так на стенах-то держатся? Не проще было их в центр к виде пучки загрузить. Но я понял, что это для эффектности. Не выглядит явно эффектно. Так, пошли спасать. Привет! Скоро по пане наведаемся. Мы посмотрим, что там. Там денег будет. Так, давайте похилимся. Фу, ну локация, конечно, приятная. Вот честно скажу, приятная локация. Нет никаких-то всяких западла. Вот это на полу где-то там разлито что-то. Единственное, монстры. Монстры серьезные, реально. Вот эти вот призраки, особенно вот этот телепортирующийся непонятный дух, который вас постоянно стреляет. Это вот получается, да, где мы убили короля этого мастера манипуляций.
Ну как бы мы не против, что душу-то до конца добить, да? Спасибо. Вау, там что-то есть? Ну-ка. Ладно. Наверное, не просто так не дают душу, потому что нам, наверное, придется пробивать там сейчас стекла. Ага, вот здесь надо будет, смотрите, повеселиться. Да, он конкретно вот, чародей, как бы, даже не чародей, он получается как некромант, да, такой. Если его переводить. Ну, вообще понятный. Вот мы, пожалуйста, и пришли. И здесь мы можем выйти, да? Осмотримся. Какой любопытный. А почему оно там у нас? А, все понятно. Давай, друг. Да, это выглядит очень круто. Мне нравится. Удар просто божественный. Так, ну я еду на низ. Иду садиться на лавочку, и там мы посмотрим, куда нам вообще еще дальше нужно сходить. Да сейчас намного куда можно сходить, если честно. Главное только целью задаться, куда конкретно. Так, он ушел. Ну и тоже какую-то записку, наверное, нам оставил. Я буду типа скучать, ля-ля-ля, тополя, или это ему прислали, я не знаю. Так, давайте посмотрим на карту. Мне больше карты интересуют. Так, там мы вроде как бы все открыли, тут все открыли, посмотрели везде. Но замок мы полностью с вами изучили. Так, мне уже не нужна будет на хил. Мы ее снимем. Компас поставим. За монетки поставим. И что-нибудь еще на одну единицу. Ну, лазу, наверное, брать смысла не то чтобы нет, она прикольная, но минус ее в том, что когда она убивает, вы ничего не получаете. Так что я, наверное, пока оставлю. Ну, то есть вы душу-то не набираете. Так, я здесь, да? Вниз и направо. Или вниз и там как-то попробовать налево уйти, вверх. Крутое место, и босс крутой, конечно. Босс был прикольный, реально. Вообще мне механика боссов нравится. Единственное, говорю, что я вот немножко понервничал из-за того, что говорю. Вот эта вот неприкосновенность к ним, меня она действительно немножечко подбешивает. Что нельзя вообще никакому монстру коснуться, его нельзя. Он вас сразу дамажит. Как будто не прокаженный. Так, ну что, идем тогда вниз, да, я так понимаю. Вниз, это где-то лучше там вниз-то уйти, здесь что ли? Где-то ведь мы и в замке видели, да, по-моему, место. Ага. 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 Ой, ой, ой. И все. А где-то же мы вроде и в замке видели место, где требезжит пол. Я вот не помню только. Да все места и не упомнишь, честное слово. Их так много. Я помню вот два места, например, в. Там вот Crossroads. Там, я помню. Два. Здесь я уже не помню. Хотя вот вроде только что здесь, да, проходили. Идем вниз. Вниз. Ой, я все время нажимаю на это. Вниз, мне надо вниз, вниз. Как-то я упустил тот проход направо. Как я его мог упустить? Не-не-не, наверх. Да наверх, я тебе говорю. Я ж бью тебя прям наверх показываю. Ну, совершенно верно. Он где-то здесь. А, он здесь. Все понял. Ага. Ага.
вот почему я его упустил. Тут рычаг. А дверь не открыть. А там не было никакого там стеклянного пола? Да нет, вроде. Ладно, ладно, будем искать другие обходные пути. Да что ж ты постоянно нажимаешь меню. Так, мы, значит, вниз. И там вот налево, мне еще интересно, там тоже затемненный квадрат. Ну и направо нам остается только потом будет идти. Шмяк. Для чего-то, видать, и это нужна лазейка. Только вот для чего? Вообще непонятно. Так. Ты. Ты. Хой. Ох ты. Хой. И тебе хой. Так, сюда. А, тут тоже, да, дверь? Ага. Значит, мы тут раньше пройти не могли. Отлично, мы здесь все открыли, значит. Шаркадики вот эти всякие. Получил по жопе. Вот так вот. Мне больше интересно, почему там наверху такого. А почему верх не имеется? Правильно боишься? Я только что вашего тут крутого самого замочил. Меня стоит бояться. Так, мы вообще вниз вышли. А мне надо наверх. А, мне просто любопытно, а есть там что-нибудь? Может, там вообще ничего нет? Ага. Никто из них плавать не умеет, кроме меня, похоже. Почему? Непонятно, да? Интересно, мы когда вот эту вот Оре-Оре найдем, белую, вот эту какую-то там клевую Оре-Оре, нам скажут, что мы ее нашли. Фига тебе длинный меч. У нас она в инвентаре, интересно, каким-то образом отметится, ну типа Оре-Оре. Ну чтоб я знал, когда можно будет еще раз идти. Ой, что-то я подрасслабился, да, походу. Опа. Так, нам вот сюда. Куда-то. Монетки. Ну мы туда на самый верх-то ведь залазили, там тоже эта тварь сидит. Вот эта вот летающая. Ой-ой-ой. Да иди сюда. Ну блин. Он на какую-то долю секунды, ну не на долю секунды, да, наверное, но на долю секунды где-то. Он не может двигаться после того, как использует хил. Вообще ничего сделать не может. Может только идти по прямой, по-моему. Может даже это не может. Так, давайте посмотрим. Ну что, здесь не открывается зона. Почему она не открывается? Почему у меня здесь небо обрубленное? Так, значит, нам остается только идти направо в этой локации. Больше нам идти некуда. Вот туда, там где жук-перевозчик и скамейка. Там уход налево, но нам не показывают. А, это мы там как раз... Да нет. Я думал, мы там, наверное, как раз-то и встретили, да, этого жука.
Да не там мы его встретили. Ну ладно, давайте, может быть, направо сходим. У меня еще ключа нет? А тут? У меня еще пока силы нет. Может, это тоже можно разбивать? Пол этот. Надеюсь, вам понравилась сегодняшняя серия, дорогие друзья, по игре Hollow Knight. По-моему, бой с сегодняшним боссом был ну просто крутой. Это, получается, третий убитый нами босс. Всего, я так понимаю, их порядка около 8, что ли, будет боссов. Но этот, ну, очень крутой, конечно, был. Вот эти увороты постоянные, перевороты. Я так понимаю, что это именно ему был поставлен памятник где-то в низах. По-моему, где мы там, в джунглях, нашли часть его фенечки, которая позволяет нам теперь дышаться вниз, насколько я помню. То есть мы можем спокойно совершить рывок вниз. Это довольно-таки любопытный был, значит, герой. Он был, видимо, крутой в свое время. Мне лично понравилось, безумно понравилась сегодняшняя битва. Надеюсь, как я уже сказал, вам тоже. Если это так, то не забывайте ставить лайки, дорогие друзья, комментировать это видео, делиться им с друзьями, а также добавляйте плейлисты, ну и вступайте в нашу группу ВКонтакте, а также подписывайтесь на канал, ну и жмакайте колокольчик, чтобы быть всегда в теме. А с вами был Станислав, я всех вас крепко обнимаю, целую и люблю, увидимся в новых приключениях. Всем пока!